Арта. Видишь, что со мной? Я вижу. Я перезаряжаться начал. Мощно. Слушай, Зырь, просто... А, лол, понял, еду вперед, мы до конца перезаряжаться. Они, короче, понял, подумают, что ты сейчас будешь их расстрелить, типа, прячь. Я думал, что 130-й реализовать. Это мотобат. А у меня язык... О, пофиксил. Да ты музыку себе включил. Димсу. Я, короче, предлагаю реализовать 130-й, короче. Делаем дисплей из этого истребителя, истребителя из БПЛА, и к нему приотачиваем, типа, выстрелы 230-й. Д-3-3. Всё. А что, поехали? Если Shift-G нажать достаточно, то гранаты сработают все. Да. Добавь. Надо пройти. Понятно, не выезжайте, велосипед пропадет. Вернее, вас выкинут. Да не толкай меня. Ой. Пешком пойдет. Садись, подкачу. Вы мой штурмпанзер сломали, как бы. Подтолкни, может, подтолкни. Ну такое. Подтолкнули. Владимир, вставай. Боец, вставай, да? Ладно, как хочешь. Оп. Ладно, поехали, короче. Сними с него поджимался. Дебилы, блин. Оккупанты. Зато парень поиграл. На этих велосипедах, по-моему, сдохнуть. Ой. Быстрее. Ой. Это тот самый, мы, по-моему, поле уже проехали. Там 69-121, да? Да, мы проехали поле, пацаны. А вон они, слева, слева, вон они. Дым. Ну, сейчас я нарисовал туда. Вон дым. Ребята, у нас тут опять это катастрофа. Велосипед уносит жизнь. Я так одного человека даже убил. Я вышел из велосипеда, и он его сшибил. А он сам, короче, да, пошли. Пошлите, короче, сдолбали. Ну нафиг эти велосипеды. Слушай, а у них же реально были, короче, велосипедные войска, то есть это выдумка, я читал, сидел. Просто минус 2 со старта, а вы я не хотел, оно само. Можно, кстати, ссылаться на то, что это евреи были. Да. Ну, это, толокосты мы строили. Арк, этот, взяли фауз, да? Да, вон бегает. И вон Алекс не бегает. Ну, тебе нормально там? Пошли, Кап. Дезертир. Слышишь, Паша, это новая эстафета, короче, передай другому Панзерфаус. Да-да-да. Не умер я. Иди задави их. Слушай, езжай, а он... подави. Слушай, а почему он такой а жирный? Я МГ-шку скинул. Кто? Ну вот, смотри, Немкет какой-то большой по сравнению с нами. Он какой-то, знаешь, у него... Или текстура его обширным делает. Жрать меньше надо. Полных начали набирать. Ты высылся на 34-ку. Вы конченые, что ли? Вы что? Что это?
Вон, тут сами вышли на 3-4, вон они, смотри. Сейчас поехать на велосипедах и задавить нахрен. Дайте ему фаус, дайте ему фаус патрон, пусть летит, бахнет просто сходу. Он выпрыгнет и бахнет его сразу. Ну тут, дай ему фаус патрон. Кому? Я Алекс, вон Алекс, дай фаус патрон. Алекс, подожди. Он даст, он поедет на велосипеде, сбьет парочку, выпрыгнет и сразу сорвет фаус патрон. А если нет, то у нас будет проблемы. Подожди, Кенкет, вот тебе еще граната на всякий случай, у тебя танки. Да не факт, что он выживет. Да МК хоть тут лежит еще. Да у меня две там. Поднимай, пошли. Тише, возьми винтовку тогда. А ладно, пусть так идет. Чем мне? Ну хоть отстреливаться будет. Шахиды 42-го. Не, она тоже помешает. Прощайте, как это. Давай ехай прямо, давай, удачи. Удачи. Давайте выйдем, посмотрим, попрощаемся с ним. Стреляйте там. Налево. Не в ту сторону бою. Я правильно ей. Он видел. А че один фаст патрон-то на земле лежит? Да, так я скид. Вон он поехал, смотрите, пацаны. Сейчас будет мясо. Выходим и смотрим. А какой вот это не горящий? Погнали, погнали, пока, короче, он отвлекает, погнали. Мы в низинке, нормально. Мимо. Thank you.